Важно что? Что если линия длины 6, четная, например, да, начинается в белой клетке, то она обязательно закончится в черной клетке, на шахматной раскраске. То есть нечетная линия всегда соединяет цвет клетки одного цвета, четная линия всегда соединяет клетки разных цветов. Поэтому, зная начало линии, мы можем сильно ограничить перечень возможных ее концов, этой линии. Важно в этих задачах, что у них единственное решение. Если автор не ошибся, конечно. Ну, разумеется. Так вот, то есть это означает, что если вы так случайно что-то сделали в надежде, что получится, то у вас, скорее всего, уже ничего не получится. Потому что если вы в одном месте где-то нарисовали линию неправильно, то все. То дальше уже не сложится. То есть если бы решений было много, то вам могло бы повезти. А здесь, если одно решение, то каждая линия должна быть единственно правильной.